находится и не замерзну в таком виде. Лифтолук. Как же без него? Отправляемся сначала в КДВ, а потом на культурную часть. Может быть, в музей, подумаю. Все спонтанно. Ну что, приехала я в КДВ. Солнышко еще не полдень, ну почти полдень, но жарко уже, хотя 20 градусов, будет 25. И вот в кофточке-то мне жарко. Прям так хорошо, такая летняя погода. Возле КДВ это currywurst, сосисочная. Всегда ее прохожу. Ну что, сейчас буду заходить, пойду в аутлет, хочу Serge Lutin, вот эти вот дорогущие, снятые с производства ароматы, затестировать. Но думаю, там будут убойные они. Специально ничего не наносила. Кстати, вчера я носила Tom Ford, Rosa Prick. Пока ехала на метро, все, он ехал в сторону Rue Leben. Спокойная жизнь. Посмотрела. Думаю, как конкретно, может быть, я перевожу по словам, а в общем она звучит иначе, какая-то отстальная жизнь. Что это такое? Напишите. Русский вышел из чата. Какая покойная жизнь или как? Потому что спокойная, покойная жизнь. Даже книга есть такая. Блин, богатый русский язык, не знаю, что это такое. Ну все, давайте пойдем, не будем занимать эфирное время. Вот уже который раз вижу вот эту вот Cartier линейку обалденную. И вот я не знаю, что у них популярно. Что тестировать мне здесь парочку. Я тестировала, но что-то мне не зашло. Уды, уды, мускусы, уды, уды. Весь ряд удов, какие-то леры. Видела, что есть у людей такие парфюмы в коллекции. А я даже без понятия. Биркхольц ездил в Париж, снимали фотосессию, видела я, Ив Сен Лоран, Амуажи. Блин, как же это все красиво. Посмотрим, где там юзу. Какой-то он маленький, тоненький. По сравнению с другими тортиками. Там выглядел он побольше.
произвела сортировку. Этих осталось 2, этих 4, этих 3, а тут тестера нет. Посмотрела все названия, сделала порядок. Ну что, вот этот вот Денуи стоил типа 600, сейчас 300. Не знаю, что-то у них тут разные цены, что ли. Не знаю, что за цены такие огроменные. Этот каннибал, цена его такая. Рихард. Мне, кстати, он больше всех понравился. Он такой фужерный, но мужской. Стоил вот так, а сейчас что, 400? Очуметь. 400. Даже этот 300. Очуметь. Я думала, этот-то дорогой. 550. Ну и кир. Как и кир. Думаю, вот эти есть, где купить. Не сильно-то оценка. Вернулась я. Вот не знаю, вот этот вот бренд. У него какие-то кисти бешеные. Так, положу свои блоттеры. Так, что же тут? Вот такая вот у него кисточка. И стоит вот столько денег. Ужас какой-то. Темные основы. Можно, конечно, протестировать. Помады. Краснючая. Вот так вот люди ходят и роняют. Давайте посмотрим цену. Ну, 50% скидка. Надо посмотреть по цветам. Ну, кейс прикольный. Вот этот красный цвет. У меня полно уже красных. Тональная основа, но она темная-темная. Так, свой блот разобрать. Все вот эти вот помады, ну как бы окей, да, цена. Ну не знаю, вот это вот все копаться и выбирать, это всегда так. Прям надо инвестировать столько часов. Вот это вот прикольно. Но опять же темная основа для коррекции лица нормально, но я сильно не корректирую. Клей Депо, свечки. Это что за такая свечечка? Здесь вот тени, однушки. Ну и вот эти вот японские, получается, не кисти. С настоящего, наверное, белочка. Ну, блин, цены, конечно. Ну и вот та вот блатная кисть, я так полагаю, вот она. Ну, дорого. Можно
Это что у нас? Тональная основа, но не сильно-то уценена. Вот это вот body lotion. Нет, точнее не body lotion, лосьон для лица. Не знаю. Что тут? Всякие ампулы для перла, всякие крема. Цена такая вот, но все равно дороговато. Так, что тут у нас? Санглассы какие-то. До сих пор продают свечки уже год, но цену не поменяли. Ирис Трифе, Жасмин Марципан, Оранжес Пигарадес. Они добавились по количеству. Это такие кейсы. Я вчера уже смотрела, потому что женщина, блин, подавилась. Потому что цена такая огромная. А это вот такой вот кейс для парфюма. Соответственно, 75 миллилитров, 150 не достается. Вот такой вот, чтобы туда транспортировать флакон. Живеншие маски. Сколько тут? 60. Ну тоже так как-то дороговато. Не сильно-то оценка идет. Это тоже, по-моему, свечка, да? Клиник, но тут, наверное, тоже ничего не найдем. Вот крем у нас из Estée Lauder. Огромнейшая коробка. Сколько тут всего? 50 миллилитров. Giorgio Armani. Возврату товары из аутлета не подлежат. Не обязательно это косметика, вообще любые. Это я уже снимала, показывала. Уже поменьше на один я взяла. Вот эти мне нравятся флаконы, но они дорогие. Такие прикольные цветы, настоящие, но они как бы умерли. Красивые такие ведерки для декорации. Мягкие. Они настоящие, но как-то специально обработанные. Ну вот тоже стоит. Ну, коробка, конечно, огроменная на эти цветы. Я так полагаю, тут эти ароматы, которые сняты с производства, в основном. Тут какой-то ароматизатор. Тут большое. Этот Фредерик Маль вообще мне не понравился, вонючий какой-то освежитель, не так-то он и дешевый. Вот это ничего, но денег стоит. С этими я не знакома, вообще интересно посмотреть цену. Ой, тоже цена огроменная. Что-то почему так дорого? Так, эти вроде как должны быть по адекватной цене, да. Эти получше. Ну и эти, вон сколько их штук. Бешеная цена. Хотя вот здесь вот вообще другой аромат. А в тестерах его нет. Ну тоже посмотрите, цена очуметь. Конечно же, Каннибал чуть подешевле. А вот этот вообще, я не знаю, 50 миллилитров.
даже его не протестировать. Вот это тоже какой-то дорогой. Ну, это он и есть. Вот они, все эти дорогие. И стоят, их много, дорогих. Буду тестировать. Тоже что-то Фредерик Маль, какой-то тут крем, парфюм, бальзам. Вот эти освежители. Там обувь. Это Дживи Андерсон сумочка. Знаю, у них такие фасоны. Стараюсь снимать это, чтобы не видно было, поэтому что-то иногда в кадр у меня не попадает эти утюжки, сколько они вот так вот стоят. Фен, большущая коробка. Ну, цветы, конечно, это бомба такие, но они не дешевые, такие цветы разного цвета. Сандали 38 размера. Они вообще нереально огромные. Вообще их не видно на камере, но они гигантские, просто лапти. Блестюшки, блестюшки. Еще одни блестюшки. Это, наверное, Изабель Марант. Да. Ее знаменитый каблук. Мне к моей кофте почти подходит. Таких массивных размеров слишком. Прикол, очень мягкие. Цена, я тут в первую очередь сама смотрю, потом снимаю. Такая брошка, острый. Эти прикольные. Это так вот отдельно на голенище одевается. Ну, прикольно, прикольно. Размеры-то все какие-то такие, не мои. Эти очень мягкие, но каблука нету. Да ладно, еще смотреть, размер не мой. Ой-ой-ой. Лапоть. Размера, мне кажется, 42-го, 41-го. Эти вполне себе. Но опять размерчик не мой. Не одно, так другое. Тоже опять почти к моему свитеру подходит.
видео это не смотрится так прям вау, но в реале это просто какой-то нереальный. Или вот этот крокодил вообще очень какой-то огромный, ну на вид по крайней мере. Вот это мой любимый офф-вайт, правда цена конечно. Вот он точно подходит к моей кофте. Был бы подешевле. Слишком, может, что-то дорого. Извиняюсь за ужасную съемку. Прикольные шары, подошва, все туда будет забиваться, но тонкая, такие балетки, конечно, не прям ахти, но необычные. Думаю, почему пахнет как рубине, так это и есть рубин, а коробки коронат. Цена не стоит, но мы знаем, что в магазинах это очень дорого.